Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в протокол. Нарушим ли мы протокол в этот раз? Не знаю. Я буду стараться нарушить. Ты практически выполнил программу протокол, но поговорим об этом позже. А, мне нужно было просто пройти по этому мостику. Окей. Окей, хорошо, я могу это сделать. Ребята все изолированы. Я король. Что я должен? Как? Найдите корону. А, наденьте корону на желтый череп. Желтый череп! Желтый череп! Вы здесь? А, да. А теперь о, мистер король, сэр. Идентификационные данные в правильной последовательности. Проще говоря, начинаем сначала. Только колонн стало больше. Да. А как? Какая последовательность? Вставьте кристаллы в колонны правильной. Я не помню. Синий сюда. Ой-ой-ой-ой. Я честно, я не знаю. Я не помню. Ладно, давайте вставим. Ставим как есть, раздают. Давай, ставим в рот, ваш монет. И надеюсь, сейчас меня не накажут за это. Идентифицирована потеря конфиденциальности. Вы нарушили протокол. Приятного дня. Написано: для подсказки убейте служебные программы. Почему я не читаю подсказки? Хорошо. Сначала тебя. Красный. Угу. Ты ведь красный? Угу. Угу. Это так. Дальше. Синий. Вот сюда. Ребят, вы издаете очень неприятные звуки. Потом тебя убить. О, семерка желтая. Семерка, семерка. Вот она. Чужой синий. Есть. Ага, значит... Вилы, подкова, красная, неважно. Неважно, какие ассоциации у меня с этими символами. Хотя вы можете писать, какие у вас ассоциации с ними. Значит, W зеленый. W, W. Садился. Ага, вот. Где. Осталось два. И не знаю, что это... Но это зеленое. Где ты? Вот ты. Ну и ты осталась. Для тебя подсказка не нужна. Что ж, ребят, почти выполнили программу протокол. Возможно, это даже конец игры. Умри. Нет? Умри. А, черт. Начинаю синхронизацию. Произвожу интеграцию программ. Прости меня. Что? Мне не послышалось? Прости меня. Я не хотела быть отражением плохой стороны твоей жены. О, неприятно. Забей. Ты всего лишь машина. Нет, не просто машина. Я сверхсложный искусственный интеллект, созданный для симуляции человеческих реакций, эмоций что и это? Поведенческих что модулей. Это обновить? Я могу чувствовать. Точнее, симулировать чувства. Поэтому я хочу извиниться. Милый. Я сделаю все, чтобы твое дальнейшее пребывание в комплексе было максимально приятным. Извини, но интонация, которую ты сказала... Ладно, если бы ты была моей реальной женой... Но ты голограмма. Я ничего не имею против людей, которые имеют тягу к куклам или роботам, но... Дурашка, ты все не так понял. О. Я просто хотела... Что? С тобой все в порядке? Что, как... Ошибка. 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 Да ладно? Ошибка. Что происходит-то? Ошибка. Нет. Ой, мир исчезает. Рак
ракетный крейсер мне в бухту. Воу-воу-воу. Да ну нахер. Ты видела? Видела? Серьезно? Огромная, мать его, летающая инопланетная башка? Железяка, вытащи меня! Черт, 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 я не знаю, как снять этот хренов шлем! Ууу, блин! Только не говорите мне, что я должен победить эту огромную уродскую голову! Нет, именно это мы и должны сделать! Ты жалкий человечишка! Я помню, пришелец по-другому говорил, другую фразу совсем. Когда я его допрашивал. Окей. Нет. Убивать, 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 убивать. Я уже убивать их много, поэтому мне несложно их убивать. Так, сердечко одно будет. Ладненько. Я вижу же... А, ХП. Много ХП. Сколько осталось вас? Да вы что, издеваетесь, что ли? Так. Мне надо хоть немного... Немного его прокоцать. Есть, я понял. Иногда брешь открывается. Оп, секунду. Слишком много ответственности. Слишком много всего должен делать. Давай, ну. Есть, попал. Попал. Ау. Пошли вон. Пошли вон, пошли вон, пошли. Неплохо так. Нормуль. Да, а черт закрыл. Сколько у меня? Полтора сердечка всего. Ребят, только вздохните. Можно. Пока новые не заспаунились, можно не добивать вот этих. И тогда новый не будет появляться. Кто следующий? Где следующая брешь? Вот сюда неудобно попадать. Давай, давай, почти готов. Удержите контрол, чтобы присесть. Зачем? Для чего мне приседать? Сердечко, скорей. Кто? Какого? О! Снова? Мне? О! Произошла десинхронизация систем взлома. Я не был готов к этому. Приятного дня. А, нужно прыгать, точнее, отходить, приседать. Отходить, приседать. Все, я понял. Так, первая фаза готова. Мистер, подохните. Нет, пока не берем сердечко. Зря добил, да? Зря добил того. Походу, очень зря. Стоп. Ладно, давайте. Аккуратненько, аккуратненько. Не паникуем. Это все очень просто. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Да почему коцает меня? Хорошо. Давай. Все. То, что я присела, это очень хорошо. Это очень грамотно. О! А? Ау! Я должен что, продолжать стрелять в этот момент? Нет? Да! Да сколько? Сколько? Да сколько вам надо? Может быть, я чего-то не сделал, я не знаю. Давайте попробуем в ответку стрелять по фаерболам. Да, так можно. Хорошо. Прикиньте, его еще и надо коцать в этот момент. Ага, хорошо. Пробуем. Пробуем. Мы можем. Надо просто действовать очень быстро, слаженно. Все, замочили. Вторая фаза. Вторая фаза пройдена. Третья. Третья фаза, конечно же. Нормальный босс. Последний босс должен быть с тремя фазами. Что теперь? Снова брешь. Вау, мины. Они появляются повсюду. Стоим. Не боимся. Куда стрелять? Куда мне стрелять? Хорошо. Не трогай! Не, так и будет появляться возле меня. Просто надо атаковать. Черт! Черт! Вы нарушили протокол. Хорошо, мне надо еще успевать уничтожать бомбы и стрелять. Очень быстро я прошел вторую фазу. Третья. Давайте сразу прям стрелять. Очень быстро реагируем. Как можно быстрее. Так, хорошо. Ой-ой-ой, не напоремся. Главное не напороться. Боже мой. Вот эти вот прям совсем красных надо скорей. Скорей. А, нет, не обязательно, не обязательно.
Ладно, тогда его просто убиваем. Я просто думал, что их вообще надо всех устранять. Чертов будильник! Не мешай мне! Я еле дошел до этой фазы! Ой, блин. Не дать. Есть! Бомбы! Не запарывайте меня! Все, хватит спауниться! Серьезно, что, нет? Еще четвертая фаза. Щит! Я забыл про щит! Это будет трудно. Хорошо. Да попади куда-нибудь. А-а-а. Есть. Скорее давай брешь, подкрывайся, чтобы я успел попадать. Ладно, эта фаза вроде не такая тяжелая. Ибо щит помог. Есть! Необходимо вот так всегда сделать, когда я побеждаю. Да ладно! Что? И бомбы! И щит! И люди! И монстры! Давай, давай, стреляй! Не подходите ко мне! Быстрей. Ой, нет! Нет, почему? Я думал, там стена. О, господи, заново. Парни, последняя фаза. Надеюсь, по крайней мере. Я не знаю, я не заходил так далеко еще. Сердечко. Не хватит. Не хочу тратить попусту. Так, убить всех, убить всех, убить всех. Скорее, скорее убить всех. О, нафиг, нафиг отсюда. Давайте, разрывайтесь на кусочки быстрее. Блин, не зажимают меня. Зажимают как-то. Есть. Дохни. Дохни. В босса. Воу-воу-воу-воу. Все хорошо, хорошо, хорошо. Летающий нафиг. Вон туда. Вот, в углу отлично стоять. Хороший обзор. Легко попасть в цель. Можно зачищать всех, кто рядом. Немножко осталось. Кажется, я победил. Я победил. Ну же. Воу. Сердечко не выпало, значит, все. Победа. Правильно? Ведь так? Да. Как же я устал. Как же хочется домой. Лечь под одеяло. Обнять плюшевую акулу. Не вот это вот все. Синхронизация завершена. Супер. Можно снять этот ебучий шлем? Что происходит? Это комплекс. Это космический корабль. Он... Что-то... Он... Какой-то взрыв. Фу. Мы сняли. Черт. Что, все? Игра как почти закончена? Милый. Честно? Хочется сдохнуть. Не переживай. Скоро твои страдания закончатся. О, боже мой. Ты выполнил протокол. Серьезно? Типа я свободен? Не. Да, буквально пара подпунктов и все. Вернись в центральную комнату и вызови эвакуационный блок для дальнейшей эвакуации. Вы отклонились от текущего списка задач. Я верну! Протокол. Я верну! Вы я верну! Протокол. Я верну, все! Нет? Пол рожи мне взорвет, да? Ладно, вернусь. Честно? В центральную комнату. Хочется иду. Сам. Надо вызвать эвакуационный блок. Закройте дверь шлюза. А, хорошо. Это же обязательно, да? Да. Поехали. Да-да-да. Какой сюжетный поворот ждет нас сейчас? Интересно даже. Удивительно. Я выбрался. Я уже забыл, что игра выглядит как-то по-другому. Я думал, что я играю в ретро-шутер. Молодец. Да, ты я знаю. Доказал, что ты был идеальным кандидатом для программы «Протокол». Знала бы, да сколько раз я нарушил его. От лица сотрудников комплекса «Терминус» выражаю тебе глубочайшую благодарность. Но подвох-то какой-то будет, да? То есть тут еще остались сотрудники? Нет, сотрудники были эвакуированы. А зачем? Хотя неважно уже. Как дела? Ты уже спрашивала. Я просто пытаюсь вести диалог. Давай побудем хоть немного в тишине. О! Как скажешь. Это весело всегда. Выйди из шлюза. Хорошо. В какую сторону? Вот в эту, видимо.
Мне казалось, что я ехал в ту сторону. А, неважно. Я хочу пройти. А, все, наконец-то. Глава 5. Вы нарушили протокол. Так и задумано. Ничего страшного, просто очередной энергетический импульс от инопланетного корабля. Корабль среагировал на синхронизацию. Аналогичное было, когда производили его вскрытие. Немного вот жутковато. Что я об этом во всем думаю. Через пару дней сотрудники комплекса приведут все в порядок. Угу, только сотрудников нет. Вот. Значит, эстетика окружения теперь не имеет смысла. Прям в Пожалуйста, душу ей показал факт. Подойди к синему терминалу и вызови эвакуационный блок для последующей эвакуации. Окей, босс. Как эти уроды смогли сюда попасть? В прошлый раз было точно так же. Пожалуйста, пройди в эвакуационный блок. Ой-ой-ой. Секунду. Валим. Это куда? Пройдите к синему терминалу. Синий. А! Не трогайте меня! Это сложно, блин, да? Так, есть! Нажал. Вы совершили акт принудительной полной остановки биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма. Давайте быстрее, пока болтаем, пока эти твари не появились. Эвакуационный модуль. Сотрудников нет. Значит, эстетика окружения теперь. Быстрее. Давай. Подойди к синему. Да, я понял, я знаю. Не спрашивай, откуда я знаю. Не то, чтобы я там умирал уже несколько раз. Карточка. Шкури. Твари не появились? Замечательно. Дай свою ключ-карту. Да, хорошо. Для этого вставь ее в терминал, который находится рядом. Готово. И все? Ты же сам просил без лишних диалогов. Ура, я готов. Прощай, научный комплекс. Прощай, все это. Будет подвох, нет? Не эвакуироваться. Еще раз хочу поблагодарить тебя за выполнение программы протокол. Мне было очень приятно. Ой, какая музыка неприятная, тревожная. В смысле? То есть мне было очень приятно работать с тобой. И почему мы не двигаемся? Я же нажал эвакуироваться. Я обманул. Знаешь, мне даже как-то жаль, что сейчас эвакуационный блок будет заполнен нейропаралитическим газом. Что? Да ты прям... Ты хуже ГЛАДОС. Выпусти меня! Не могу. Ты сам подписался. Выпусти, сука! Участвовать в суицидальной миссии. Тварь, открой дверь! Прости, но все именно так и закончится. По протоколу ты должен умереть. Нарушаем протокол! Я должен нарушить протокол! Если бы ты был рядом, если бы ты бы увидел, что я плачу. Но как ты и сказал, я всего лишь машина. А, нельзя нарушить. Симуляция чувств отключена. Вы, как доблестный солдат своей страны, выполнили протокол, но не спасли человечество. Погодите. Хорошо. Вот оно как. Что это? Так, как там ускорить? Я понимаю, это все очень сексуально. Но я скипну. Простите, ребят. Я не понял, я должен был не эвакуировать его яйца. Не эвакуировать. Вы могли сделать другой выбор. Да, я понял. Я хочу посмотреть, какой... Друзья, здесь нам следует остановиться. Столько всего произошло в игре, и я не понимаю, к чему все это в итоге идет. Мы постоянно видим что-то новенькое, и игра постоянно меняется. Это вообще нормально? А, игра, что с тобой? Но мы продолжим очень скоро. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, вступать в группу ВК. Это все ссылки на это будут в описании под видео. Также не забывайте про мой Инстаграм. Там будет очень много интересных вещей. Если вы зайдете и подпишетесь, уверяю вас, там будет очень много всего интересного для вас. С вами Юджин, и всем пять!